zvanīt ātri Mehijam. Rallijs pirmkārt ir rallijs, un otrkārt, ja mēs pretendējām čempionu titulu, tad mums bija jāuzbrauc to ātrumu, kas arī ir cienīgs priekš čempionu. Mums atradāmies sacensību, procentu kā sacensības līderi. Vienā no pagriezieniem pār tramplīnu pieļaut kļūda. Un kā rezultāti atskatāmies par ārmalu, salūz mašīnas piekara, tas arī viss, finišējam to atpūsmā, ātrāko laiku, tālāk nebija iespēja vairāk turpināt. Kopumā par komandu esmu ļoti apmierināts, izņemot bija negadījums Jurijam Sokin ekipāžai vakar, bet kopumā ir ļoti pozitīvs aša. Grēlaus iesildījās, viņam jaundēļ ir jācīnās par medaļām Krievijas kausā. Martīnesams un Sandesam bija uzdevums vinēt Užavas kausu, ko viņš arī izdarīja. Un prieks par Olandu mēnesi, to, ka viņš iebrauc top 3 un 4 grupā. Nu, it kā viss pareizes ir izdevies. Pozitīva bilance. Один поворот немножко нам не удался. Ехали первый раз на машине группы N4. В принципе, опыт достаточно интересный, ее надо очень чисто и четко пилотировать. Но есть один нюанс, тяги там принципиально меньше, чем на агрупповой машине, на которой я всегда ездил. Ну, все хорошо ехалось, и уже почти в самом конце допа там был красивый поворот, состоящий из двух трешек, там два апекса. Все хорошо видно, мы решили, что сейчас вот мы там красиво проедем. Первую часть проехали очень красиво, вторую, ну, зрителям понравилось. Ну, не хватило, как мне кажется, немножко тяги на выходе. Я попробовал зайти так, как я проезжаю обычно, такие повороты, открыл газ, но на N4 машине там на низах столько тяги нет, как на группе. Ну и в результате получилось, что дороги чуть-чуть не хватило. Вот, ну, мягко приземлились, тоже опыт, в принципе. Зрители быстро нас оттуда эвакуировали из этого поворота. Первая крыша, на самом деле, у меня. Так что, говорят, что настоящий гонщик, ну, какую-то крышу имеет обязательно. Как эта гонка прошла? Все успешно, все как планировалось? Да, очень хорошо, мы очень довольны, задача выполнена. Задача у нас была подготовиться к финалу. Сохранить автомобиль, доехать спокойно, доехать без приключений, так что все нормально. И как вообще, как погода не испортила планы? Не испортила, но было, конечно, очень скользко, но думаю, что это полезно. Поучились ездить по-скользкому. И, в принципе, все было очень хорошо, потому что ну, мы готовились к этой гонке. Конечно, готовились с Янисом. Перед этим были и тесты, и очень много помогал со стенограммой. Стенограмма дает очень много. Даже не так, как машина, и не так, как отдельные вещи, но понятие дороги – это… Казалось, что все умеем, но как начали с Янисом общаться, казалось, что еще можно далеко идти и учиться. На этой машине вообще первый раз. Первый доп был, первый доп вообще за рулем. Как бы на BMW ничего нам там чужого нету, только она уже чуть-чуть другая машина. Помощнее и тем же самым потяжелее. То есть она такая более ну, с инерцией побольше у нее. Но в принципе все хорошо. С Янисом очень приятно сотрудничать и работать. То есть человеку ну, не жалко ни знаний, ничего. И думаем, что на Сара Морали поедем тоже на BMW его. А Субару посмотрим, пусть постоит. Vakar, kā jūs zināt, viss ir, tā teikt, cūkām. Šodien varētu teikt, ka staltbriežiem. 7. dopā dabījām bremzēt, jo ar ragiem staltbriedzes iznāca priekšā. Baigi slidens, baigi dubļi. Vispār forši. Mums jau patīk. Mums patīk. Pašapziņa, kad asfalta dopos iepriekšējā rallijā esam vinnējuši Vorobjov kungu. Un ļoti lielā gribēšana to atkārtot, noveda vienkārši grāvī.
zemes bija izmests uz asfalta, nu, baigi slidens un nu, nenoturējās vienkārši. Domāju, bardjūra noturēs, bet bardjūra nolūza un grāvis. Skatītājs tūma, bet bezcerīgi. Tā kā vakardienu svitrojām. Bet labi, tā kā ir, esam priecīgi un forši. Rallijs kopumā lustīgs. Jā, rallijs ir riktīgi lustīgs. Laikam jānosēž visām tām emocijām, kas bija visi tad, nu tā, kur gāja labi, kur atkal bija pārsteiguma momenti, kur varbūt slīdēne tā kā bija domājis. Puso rezultāts tā. It kā ātrumziņā varēja labāk, bet ir it kā vieta pat trešā, nu, savā grupā. Tad, nu, es saku, tik daudz emocijas, tā, jāsaprot. Nekas jau tāds baigs nav noticis, bet tā vienkārši mierīgi vajag visu tā izbaudīt. Pirms pēdējā ātruma posma, Jānis teica, mierīgi līdz galam, kā kurā vietā tur vēl. Tā jau var laikam bija pareizi, nu, nemēģināt tur parādīt kādam, ko var ātrāk pabraukt, bet nobraukt līdz galam un vienreiz dabūt to N-grupas pedestālu. Nu, jā, tādā ziņā, nu, padoms laikam bija pareizi žēl, ka nu viņam pašam varbūt to padomu šoreiz vairāk vajadzēja, tāpēc, nu, tas bija tā skumīgi, tomēr, nu, jūtām līdz Jānim arī ļoti, un it kā tik labi viss sākās, tas tā, es saku, bet tas arī, tas tā emocija deva, tur, nu, tas viss tāds kokteils baigies. 70, tramplīns maz labēja, pieskujām, 70, kreisais divi ātras, 100 labā nulle. 60 no labās kreisā nulta, pār tramplīnam pāru 2, 120, tramplīns maz.